чистка, подожди, хотя... начинай. Слушай, у нас проблема. Мы... Да, реально, прикинь, нашли чувака, который думает, что он это ты. Да, но он говорит, что он это ты, я. Мы да. Не... Что за фигня? Ну, серьезно, ты говори, мы выдаем. Бред там, какой-то. Ну, хочешь, мы пока покажем? Ну, говори. Что ты не веришь? Давай, смотри. Давай. Смотри. Смотри. Вот он. Как тебя зовут? Кирилл. Видишь? Ну, мы же не просто так будем говорить тебе. Эй, друзья! Привет всем! 8 марта уже не за горами, а это значит, что скоро мы подведем итог и поставим самые крутые буфера на месяц себе в группу на аватарку. И раз уж такое дело, мы не могли не пройтись по страницам некоторых известных див ВКонтакте. И предложить им поучаствовать в нашем конкурсе. Правильно, он молодец, кстати, хорошо сказал. Вообще. Начнем со страницы Веры Брежневой. Она пишет, что очень любит мамины туфли и платья. Ого, судя по этой фотографии, у нее у мамы, наверное, размер 50-60 ноги. Ну. Кстати, дальше Вера пишет, что иногда действительно нужно всего лишь расслабиться. Ну ты скоро там, Отойди от двери, я расслабиться не могу. Извини. Пробкой украдка мы перебегаем на страницу Кати Самбуки. И сразу же она пишет, а у меня на свадьбе у свидетеля была эрекция. Пацаны. Свидетели Кати Самбуки. Интересно, а такие тоже по домам ходят? Здравствуйте, а вы верите в Катю Самбуку? А сейчас мы словно сомалийские пираты позарились на новую корму. И это корма группы Никита. Навсегда! Не та Никита. А не тот? Нет. Окей. Группа Никита пишет, самая сексуальная и провокационная группа ищет новую участницу. Да, и наши знакомые хотели бы принять участие в вашем кастинге, так что вот их видео. А, можно здесь кладушку было использовать. Уважаемая группа Никита, возьмите меня третий. Нет меня! Ты не подходишь даже. Да ты чё, бомжиха, сама не подходишь, меня возьмите. Я подхожу, у меня даже грудь больше. Какая? Левая. Ого, и правда. Ну... А у меня уже волосы растут. Где? Вот, смотри. Это да. Дай глотну хоть. Тебе хватит. Что бы? Это мы. Прям хинкалиями пахнет. А вот мы незаметно переместились на страницу Верки Сердючек. И сразу же хотелось бы попросить, чтобы она нам в группу прислала. Что, не надо ее просить, не надо. Почему? Что, не знаете, что ли? Что? Да вы с луны, что ли, свалились? Она же это, она... Что? Ну, старая. А я думал, она мужик. Ты дурак, что ли, вообще? Его мужик. Нет? Она же поет песни. Ты ж меня подманывала. И как мужик будет печь. Ну да, я видел, он танцевал. Вообще, я выключаю. О, сейчас мы на странице нашей хорошей подруги Ани Семенович. Привет, Ань. Здорово. У нее написано, что она закончила МГАВК физической культуры. Штангаю качайся. Это на чем могла бы быть кикаясь этим, да? Тренером в качалке. Прикинь, каким бы она тренером была. Хорошо сказал, кстати. Усатым. Усатым. Мужчина, вы неправильно качаете грудь. Ты чё, баба, меня учить будешь как бы? Научи, да. Как ты такую накачал? Сенсей. О, да. Килограмм 150 от груди, наверное, жмёшь, да? Да, не, все не так, что хорошо. Ну вот и все, закончился наш выпуск, а в конце самое интересное. Да. Мы бы хотели поздравить наших дорогих дам, но, к сожалению, сегодня только понедельник, да. А праздник-то у вас четверг. Поэтому вот следующий кусочек возьмите, вот такой малюсенький кусочек и нашего видео, и перемотайте вперед. Да, а потом посмотрите только в четверг, и да. Вот мотайте. Ну а теперь, дорогие дамы, хотелось бы поднять чашки и бокалы за этот светлый праздник, 8 марта, и поздравить нашу женскую аудиторию с 8 марта, с ура! Международным женским днем. Ура! Ура! Ну а это были мы специально для сайта спасибоева.ру. Подписывайтесь на канал на YouTube. И не забывайте жать мне нравится, нам не нравится. Пока! С праздником. Извините, пожалуйста, а сюда есть кто-нибудь? А, нет? А, ну тогда мы зайдем. Итак, мы на странице Анфисы Чеховой. О, кстати, у ребят, у Анфисы на странице написано, что она беременна. Угу. Так что фотокарточку не будем просить. Да, же. Лучше пожелаем всего самого лучшего, и мы уверены, что у нее будет хороший, отличный, крепкий богатырь. Да. Конечно, из таких тарелочек-то кушать.